Мы прошли долгий путь и многое пережили. Но, наконец, мы нашли место, где нам ничего не грозит. Ты этих детишек мэра Обуон хорошо знаешь? Что-то с ними не так. Они всех сторонятся. Никого они не сторонятся. Просто далеко ото всех живут. Встаньте поближе! Что же теперь делать? Не знаю, но идти нам больше некуда. Удачи, мистер Мэроубон. Он вышел из дома, перешел мост, а потом вошел в туннель. Все верно. Поднялся на самый верх. Осторожно, Джек. Был в маминой комнате. Говорит, что-то там видел. Ты даже не представляешь, во что ты ввязалась. Расскажи ей правду. Никто. Ничто. Никогда нас не разлучит.